Известный советский актер Борис Алексеевич Хмельницкий ушел из жизни в феврале 2008-го. Ему было 67. Причиной стал рак. Сестра артиста вчера рассказала о том, как прошли последние дни звездного родственника. Актер до последнего не рассказывал родственникам, друзьям и вообще близким о том, какой у него диагноз. Он предпочитал все хранить в себе. Лишь когда состояние ухудшилось, сестра обратилась к врачу, чтобы он разъяснил. И тогда раскрылась страшная правда. Цитата. «Он приехал со съемок, я увидела, как ему трудно ходить. Узнала, что Боря был у врача Дмитрия Пушкаря. Нашла его телефон, позвонила и говорю, Дима, я знаю, что Боря был у вас, что у него?» Врач помолчал, а потом сказал, поздно, у него осталось очень мало времени. Через 2 месяца после посещения специалиста брата не стало. Рак предстательной железы. Боря скрывал это от нас, боясь огорчить. Он знал, что ему осталось жить считанные дни. Именно так вспоминала 83-летняя Луиза Хмельницкая в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Бориса Алексеевича не стало дома, в кругу самых близких людей, которые, к слову, успели исполнить его небольшую прихоть. Цитата. «Приехала я, Маша Вертинская, Настя Вертинская. Я быстро взяла сигарету, зажгла ему. У него такое блаженство было. Несколько раз вдохнул и умер. Вот так ушел Боря. Мы все сидели около него», рассказала Хмельницкая. На похоронах, помимо звездных родственников, был и внебрачный сын артиста – Алексей. Сестра Хмельницкого надеется, что брат сумел наладить отношения с наследником перед тем, как его не стало. Ведь парень не торопился общаться при жизни с отцом.